Что делать, если ваш iPhone заблокирован на оператора? Итак, это новое видео на канале Gadget Mania. Я начинаю. Поехали! Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня я поговорю с вами коротко о том, что делать, если ваш iPhone, без разницы, где вы его взяли, заблокирован на оператора. Может быть, вам нечестно продали, может быть, вы заказали на eBay, может быть, заказали на AliExpress, телефон пришел, и он заблокирован на оператора. Тут все очень сложно. Самостоятельно это сделать вы можете и заказать разлочку, в принципе, на небольшом количестве проверенных сайтов, но это стоит действительно больших денег. Единственным нормальным способом разлочить это является либо непосредственно сам код от Apple, но его практически невозможно, скажем так, сделать, чтобы вам разблокировали, потому что они всегда посылают именно к оператору, на которого залочен телефон. Либо, собственно, вот такой вот микрочип, называется RSIM-12. Что в нем интересного? Этот чип программируемый, его можете купить до $20, то есть это меньше 1200 рублей по текущему курсу. И в принципе, благодаря ему вы сможете пользоваться полностью полноценно айфоном, даже если вам не повезло и он заблокирован на оператора. Где его делают и законно ли это, и вообще что с этим делать? Да, это законно, его делают китайцы, продают на eBay, скорее всего, может быть, есть на AliExpress. Я заказывал с eBay, почему? Потому что, ну, чтобы пришла не подделка, типа оригинальной. И сейчас сижу такой весь расстроенный, потому что приехало две таких штуки, одну из которых я хотел разыграть. Может быть, продать или еще что-то сделать. В общем, одну оставить себе на случай, когда я столкнусь в очередной раз с заблокированным айфоном на оператора. Недавно такой случай был, но поставщики мне любезно согласились его. Это, кстати, из восстановленных айфонов. Любезно согласились мне его поменять и поменяли на нормальный разблокированный iPhone. Ну что же делать? Вы заказали. Единственный минус от всего этого, это скорее всего очень долгая доставка, потому что это вот такой вот, скажем так, небольшой кейс шел ко мне почти 2,5 месяца. С одной стороны, заказал и забыл, потому что стоит недорого, но с другой стороны, хочется же пользоваться телефоном. Но если вам повезло и к вам приехало это все гораздо быстрее, все, что вам надо сделать, это вставить этот чип. Он выглядит как... Даже давайте я открою. Потому что я пользовался в свое время, когда, скажем так, на этапе моего знакомства вообще с айфонами, я заказывал первые свои айфоны с eBay, и большинство из них были заблокированы на оператора. Это было и AT&T, и, по-моему, если не ошибаюсь, Verizon и так далее. В общем, ничего сложного. Сюда приходит в этом боксе к вам вот такой вот чип. Сейчас я его достану. Вот такой вот чип, и он вставляется, он очень тонкий. Он вставляется в гнездо с вашей сим-карты, то есть в картоприемник. И ничего больше делать не надо. Есть элементарные настройки, но опять же, в лоте продавца, ссылочка будет в описании, там все максимально коротко и понятно. В принципе, там набираете какой-то код, и ваш iPhone активируется и начинает принимать звонки и рабочий интернет. Не знаю, может быть, кому-то это видео покажется полезным, потому что я вот столкнулся с этим. Бывают разного вида такие гивейки, как бы. У меня еще до сих пор есть гивей программируемые, которые были приобретены в 2012 или 2013 году. То есть представьте, сколько лет назад. Тогда я разблокировал айфоны 4S и 5. Вот, с помощью таких гивеек. Сейчас это актуально для всех операционных систем, точнее всех айфонов на операционной системе iOS 11, в том числе и 6, и 6S, и 7, и 8, и, скорее всего, и iPhone X. В общем-то, не знаю, работает, не работает, потому что проверить мне невозможно. В обычный iPhone его вставлять смысла нет, потому что, ну, в рабочий iPhone вставлять смысла нет, потому что он и так работает. Но вдруг вам будет это полезно. Ссылочки будут в описании, поэтому проходите, смотрите, ознакомливайтесь. Если посчитаете нужным, приобретайте. Совсем скоро увидимся. Лайк, шер, колокольчик. Подписочка на чат в телеге, все ссылки полезные в описании, еще группа ВКонтакте есть. Всего доброго, пока-пока.